пока ничего жареного не нашел, если вы об этом. Но он был уверен, что мы что-нибудь раскопаем. Что-нибудь эдакое, чтобы показать пику. А ты говоришь ничего? Знаю, парень. Думаю, на этот раз он облажался. Мудила! И как мы теперь выберемся из этой помойки? Шариф что-то скрывает. Прямой эфир вела Элиза Касан, новости БИК. А теперь вернемся к экстренным новостям из Детройта. Полиция до сих пор отказывается комментировать ситуацию. Но наши источники сообщили, что вооруженная группа активистов, выступающих против имплантов, устроила рейд... взяли заложники, и весь город затаил дыхание. Вряд ли нужно напоминать, что это уже вторая атака на биотехнологическую компанию. Первая произошла полгода назад, накануне скандального слушания по экспертизе исследований компании. Эти слушания надолго приостановили, и теперь могут вам... Нет ли другого объяснения происходящего?
нас возможности защищаться. Только не надо сейчас звонить и говорить: «Но Лазарь, импланты легальны! Вот моя кузина Тутти на днях себе один поставила». Access granted. Access granted. Access granted. Access granted. Access granted. Thank you.
Access granted. Не ври мне! Я не хочу причинять тебе вреда, ты же гражданская. Но придется, если ты не оставишь мне выбора. Если ты никому не хотел причинять вреда, сидел бы дома. Ну надо же! Цепная шавка шарифа! Что, небольшая уборка перед приходом полиции? Он считает, мы нарушаем закон. Заткнись! Вы все осквернители тел, нарушаете закон! Вы все одинаковые! Когда люди узнают, что в банде была жестянка, будет непросто убедить их, что вы чем-то от нас отличаетесь. Что? В лаборатории я нашел одного твоего, который взламывал систему безопасности, используя хакерский имплант. Неплохо, парень. Но я никогда бы не взял к себе одного из таких уродов. Назад, жестянка! Мне надо кое с чем разобраться, понял? Если ты сказал правду, а я тебе не верю, слышишь ты? Но я должен. Я должен проверить. Так что мы с этой бабой уходим. Я не позволю тебе уйти с ней. Стоять, урод! Я сказал назад, иначе этой сучке не жить! Чушь, ты же не такой. Ты не трогаешь мирных жителей. Верно, черт возьми! Я ветеран, у меня есть награды. И я не позволю себя дурачить. Я должен узнать, кто за всем этим стоит. И эта баба мой билет на выход отсюда. Слушай, что бы это ни было, это большая игра. У тебя будет больше шансов докопаться до сути, если согласишься работать со мной. Но я не смогу ничего сделать, пока ты ее не отпустишь. Ты в своем уме? Я не связываюсь с железяками. Боже, ты меня, похоже, за идиота держишь. И это вполне понятно. Потому что именно так я сейчас и выгляжу. Копы загнали меня в ловушку. Единственный выход — взять заложника. Черт знает что, да? Твои дела лучше, чем ты думаешь. Ты все еще держишься, хотя этого и трудно было ожидать. Ты говоришь, что воевал. Значит, тебе хватит сил справиться с этим. Тебе не нужен заложник, чтобы выбраться. Это ты верно подметил. Но все же... Но у меня есть преимущество.
Пока эта баба здесь, ни ты, ни легавые не рискнут приблизиться ко мне. Так-то. Я вас обошел. Единственное, что сейчас заботит копов, безопасность гражданских, так же, как и тебя. Ты рисковал жизнью, чтобы помочь другим, значит, ты не просто бандит. Верно. Можно подумать, я жду одобрения от того, кто продал душу индустрии имплантов. Хватит отнимать у меня время! Этот подлец с проводами в голове использовал моего брата, одурачил нас обоих! Чего еще таких ждать? Я должен знать зачем! Так что с дороги, консервная банка! В отличие от этого предателя, у тебя есть понятие о чести. Ты не бросаешь своего брата. Хакер знал, что ночью здесь будут гражданские. Он рассчитывал, что ты возьмешь заложника, после чего копы заставят тебя замолчать навсегда. Но ты ведь умнее, чем он. Это же так просто! Как до меня раньше не доперло! Он решил, что меня так просто прикончить? Подумай еще, Каброн! Убирайся отсюда! Я сделал то, что ты хотел. Теперь пусти меня. Я тоже устал, приятель. Мне ведь тоже интересно, кто на самом деле стоит за всем этим. Ну ладно. Наверное, я буду тебе должен. Но обещаю вот что. Кое-кто за это заплатит. Его не видно? Адам. Продолжаем. Адам, что происходит? Доложи ситуацию, Адам. Сандерс ушел, босс. Но я практически уверен, что он подставной дурачок. Кашу заварил кто-то другой. Зараза. Ладно, возвращайся немедленно. На крыше здания администрации есть площадка. Жди Фариду там. Понял. Дженсен, отбой.